Услуга видеоконтроля – это решение по организации круглосуточного наблюдения за происходящим вокруг. Вам не придется тратить средства, чтобы купить камеру и время на установку. Все работы проводятся силами Белтелеком, а девайсы предоставляются бесплатно на срок действия договора. Кроме того, компания не стоит на месте. В пакет предложения включен дополнительный перечень. Белтелеком постоянно вводит новые услуги, новые сервисы для наших абонентов. Услуга центра видеоконтроля – это является логическим продолжением развития услуги видеоконтроль. В дополнение к установленным видеокамерам, которые мы уже много лет уже устанавливаем, активно продвигаем в городе Бобруйске, устанавливается центр видеоконтроля, который в полной мере можно воспользоваться услугой видеонаблюдения в комплексе. В настоящее время мы еще используем так называемую услугу видеоаналитика, использование которой предприятиям учреждения города позволяет улучшить не только вопросы безопасности, но и оптимизировать свои бизнес-процессы. В Бобруйске компанией «Белтелеком» установлено около 3000 камер видеонаблюдения. Одним из ключевых клиентов, который активно пользуется услугами компании – «Красный пищевик». Открытое акционерное общество, которое не только имеет высокий объем звонков и широкую сеть интернет-пользователей, но и активно использует услугу видеонаблюдения и осуществляет эффективный контроль и непосредственно на самом предприятии, а также еще и на территории молочно-товарных ферм и разветвленной сети фирменных магазинов, расположенных по всей республике. Сладкая фабрика – одна из первых в Могилевской области заключила договор на оказание услуги. Это позволяет в рамках одного рабочего места обеспечить просмотр видеоинформации со всех подключенных камер и дает возможность отслеживать в режиме реального времени. Значительная экономия ресурсов обеспечена. Наличие современной системы видеонаблюдения – это обязательный фактор обеспечения деятельности предприятия в различных сферах. Помимо самой охранной территории, это вопросы экономической, технологической безопасности, пожарной, соблюдения правил охраны труда. Данная система позволяет минимизировать все возможные риски, которые могут быть на предприятии при нарушении в данных сферах. Ну и, соответственно, прогнозировать какие-то мероприятия по их исключению. Белтелеком – это компания с хорошей репутацией, проверенным опытом и положительными отзывами от клиентов. Если вы нуждаетесь в качественном операторе в области видеонаблюдения с наличием сертификатов, большими техническими возможностями, выбирайте Белтелеком и будьте уверены во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве. Роман Костюков, Станислав Чечерин, Максим Калинин, Бобруйск 360.